Лекция «Действия при похищении». Как только с вами связались похитители, вы незамедлительно начинаете строить семью в гараже СФПД с полным боекомплектом, форма SWAT, если доступно по, ну, если доступно по должности. Тайзер, набор объектов, вертолеты от каждого МЮ. Назначить двух переговорщиков. Переговорщиками нельзя назначать шефов полиции и заместителей шерифов тоже. Касается, а также директор и замдиректора ФБР. Вызвать также карету МЗ. Пока МЮ строится, вы даете задание переговорщикам съездить в банк и снять деньги, или же связаться с директором ЦБ, или же губернатором. Заполнить все вертолеты сотрудниками МЮ с тейзерами. Как только место встречи было назначено, выдвинуть МЮ на место, но не приближаться к месту встречи, дабы не сорвать похищение. Как только деньги были переданы и у вас в руках оказался похищаемый, то отдаете команду вертолетам преследовать кейс с деньгами. Вертолетам отдать команду координировать наземной группой, дабы перехватить кейс и похитителей. Если похитители на вертолете, то организовать воздушный перехват. Оказать похищаемому первую помощь. Допросить похитителей, составить кейс в архив о похитителей. Вопросы есть? Лекция на этом окончена.